а я не понимаю, как надо это делать. А что тут понимать? Вот, ну вот что понимать? Вот где понимать? Что понимать? Надо войти и идти в почту. Вот. Ящики, да, вот написать письмо, что очень сложно, да, очень сложно написать письмо. Вот. Поставили. Вот. Дальше переходим, идем в интернет, идем в Chrome, открываем мой сайт. Вот я уже открыл. Что надо сделать? Что? Выбирается это, вот. Сразу появилось, что выбираем. Вот. Потом вот так можно сделать, можно ее вот так сделать. Пальцем просто регулируем объем. Потом здесь написано скопировать. Вот. Автоматом все появилось. Скопировать. Вот. Дальше что делаем? Нажимаем на вот эту кнопку. Понятно, прыгаем по окну. Можно два раза нажать, вот он открывает окно сразу. Идем в почту. Вставляем долгим нажатием. Вот долго, если нажать сюда. Вот. Написано вставить. Вовка. Вот, вставить. Вставляем предложение. Вот нужное. Оно раз и вставилось. Вот. Вот, даже Вова умеет это делать. И потом пишется второй вариант. Оно правится и отсылается. Ну что здесь сложного вообще? Что здесь сложного? Вон, Вова умеет делать это.